Балет на воде. Так можно сравнить особые навыки, которые демонстрируют жители города Чишуй в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу. Они показывают уникальные трюки – балансирование на одном стебле бамбука в бурлящей реке. При этом равновесие выступающий поддерживает при помощи еще одного бамбукового стебля, уже потоньше. Подобное зрелище привлекает посетителей со всей страны. Балансирование на одном стебле бамбука – это особый навык города Чишуй. Они устраивают превосходное и чудесное представление. Подобное занятие стало для жителей провинции Гуйчжоу своего рода спортом, который существует уже более 100 лет. Мы напряженно тренируемся, чтобы показать особое очарование балансирования на бамбуковом стебле, чтобы люди узнали об этом навыке, а также о нашем древнем городе Чишуй. Ежегодно в этой провинции также проводятся гонки на стеблях бамбука по воде. Раньше для местных жителей это был просто способ передвижения. Провинция расположена в долине, и здесь нередко случаются паводки.